самолетом, находящимся в районе аэродрома, совершить посадку. Приготовиться к испытаниям в Юга 02. Вулкан, я Вьюга. Разрешите запуск двигателя. Вьюга, я Вулкан. Запуск разрешаю. Вулкан, я Вьюга. Разрешите выруливать на старт. Вьюга, я Вулкан. Выруливать. Я знала, что это он. Знакомый ваш? Счастливая Люська. Вот если бы я была такая высокая и красивая, как ты. Ничего, Сашок, еще вырастешь. Да, но я некрасивая. Дурочка. Люська, а вы уже целовались? Саша. Совсем от рук отбилась. Вот подожди, я папе все расскажу. И про двойку по физике тоже расскажу. А я ему про Митьку все расскажу. Идем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам кого? Вас. Ну, право, мне кажется, что я вас впервые вижу. Вы, наверное, квартиры ошиблись. Дом 12, квартира 3. Вы Люся.
Что ж, проходите. С Новым годом! С Новым годом! Вы можете считать меня Дедом Морозом. Правда, без бороды я ее оставил в парикмахерской. Зато у меня... Вот что. Самого синего моря. А кроме шуток? Кроме шуток? Прочитал на стекле адрес. Дай, думаю, заверну на чужой огонек. А вось не прогонят. Извините, если помешал. Пожалуйста. Куда же вы? Ведь она пошутила. Правда же, Люся, ты пошутила? Сашенька, ты вмешиваешься не в свое дело. И вообще, тебе пора спать. Ничего не поделаешь. Старших надо слушаться. Ой. Зачем ты это сделала? Кончено. Поговорили и будет. Нет, ну ты знаешь, кто это? Это же Астахов. Какой Астахов? Знаменитый летчик. Глупость. Я портрет его в огоньке видела. Хотите, принесу? Ты бы лучше о своих двойках думала. А у меня каникулы. Нет, его надо вернуть. Самое остроумное, что ты сейчас можешь сделать, это пожелать всем спокойной ночи. Ну зачем? Ты все еще здесь? Спокойной ночи. Саша, куда же вы? Спокойной ночи. Поедем дальше? Нет, подождем здесь. После сессии поженится. И папа согласен. Чудной какой-то. Сам ты чудной. А он очень содержательный парень. Товарищи, не разговаривайте. Thank you.
случилось? Война, милая, война. Питание на 3 дня. Ну, ребят, пойдемте отсюда, дайте им попрощаться. Нет, нет, мы на кухне. Питание на 3 дня. Теперь ты пойдешь в бой с легким сердцем. А когда ты вернешься обратно, я выйду к тебе навстречу и стану навеки твоей боевой подругой. Хорошо. Какие волосы были у мамы? Ты стала совсем взрослой, Саша. Папка, ты хоть писать-то будешь? Ничего, ничего, Саша. Слушаю. Люсю Львову. А ее нет в городе, она в эвакуации. Из госпиталя? Ковшов Митя? Скажите, а что с ним?
Вон тут, ковшон. Вот там, справа. С завязанной головой. Вам кого? Мне Ковшова. Вот сюда, пожалуйста. Здравствуйте, Митя. Сашенька. А Люси нет, она эвакуировалась. Да, мне уже передавали. А что с вами? Ерунда. Как Люся? Что она пишет? Ничего, хорошо. Она там с Сережей. Бедная девочка. Ночью меня отправляют в тыл. Вас не затруднит, если я попрошу достать у меня из-под подушки? Ну что вы, конечно. Там тетрадь в сумке. Ничего, ничего, ничего. Вы разбираетесь в физике? Слабо. У меня всегда была тройка. Выкладывайте прям все на постель. Mm-hmm. Понимаете, это некоторые соображения о природе протонов. Мне кажется, что кое-что удалось. Все это нуждается в проверке. Обещайте мне сохранить ее. Раньше утра нам отсюда не выйти. Иди-ка лучше вниз, отдохни. Иди, иди, тут нельзя стоять, понимаешь? Нельзя. Прикурить не найдется? Нет. Тебе прикурить? Ага. Астахов! Ежом, Колька! Вот так встреча! Откуда ты? С Урала! Я ж теперь на 33-м испытателем! Ну, брат, поздравляю и завидую! А ты что здесь делаешь? Да вот от бомбежки спасаешь, а ты? И я тоже! Да ты дай прикурить! Слушай, у меня к тебе есть дело. Иди к нам на завод. Отбой! Пойдешь? А зачем? Я летаю. Генерал тебя отзовет. Ты ему во как нужен. Не смогу я. Это ты не сможешь. Ты же первоклассный испытатель. Не смогу я за 3000 верст от фронта. А у нас риску не меньше. Знаю. Но я еще повоюю. Ты к ребятам привык. Это все лирика. Нет, для меня не лирика. А что с твоей машиной? В ремонте. Прилетел как в решете. Ну? Ну, будь здоров. Пока. Советую тебе подумать. Да нет, это мне не подойдет. Привет. А где тебя искать? Звони 3334. 3334. Добро.
давай ты. Руку надо держать вот так. Я по делу. Старший лейтенант в воздухе. Где-где? В воздухе. Что вы хотите? Чтобы он позвонил. Говорите номер, я запишу. 7412. Принято. Что? Я вас слушаю. Да? С кем я говорю? Меня зовут Саша Львова. Мы были с вами в бомбоубежище. Не помню. Я хотела подойти к вам, но вы разговаривали с вашим другом. А в чем, собственно, дело? Алло, что вы хотите? Встретиться. Встретиться? Зачем? Просто так. А какая вы из себя? Я не знаю. А все-таки? Я лучше повешу трубку. Да нет, нет, зачем же? Давайте встретимся. Приказывайте где? У бомбоубежища. Валяйте, завтра в 4 часа. Вы не меня ждете? Нет, не вас. Жаль. Что делать? Простите, а в каком вы классе? Ну что, я уже кончила школу. Ну что ж, раз пришли, давайте знакомиться. Алексей Астахов. Я знаю. А меня? Саша Львова, я тоже знаю. Ну и что мы с вами будем делать? Пойдемте в кино. Много народу. Я знаю другое место. Далеко? Махнем. Махнем.
хорошо, что мы сюда махнули. Романтично, только холодно. Хотите, зайдем в каюту? Идите, не бойтесь, я уже здесь бывала. Слышите? Когда нет любви, это пошло. Пошло. А зачем же вы тащили меня сюда? Я не тащила. Звонили, назначали свидание. Зачем? Не знаю. Не знаете? А пора бы знать. По крайней мере, спросили бы у мамы. У меня нет мамы. И вообще никого нет. Кроме вас. Вы меня знаете 2 дня. А я думала, мы знакомы давно. Еще с 8-го класса. Сашенька, давайте завтра встретимся. До 25-го самолет будет в ремонте. Так что у нас в запасе целых 4 дня. Не хотите? Вы можете обо мне очень плохо подумать. Ну, давайте встречаться все 4 дня. Thank you.
Озябли? Нет. А руки я же вижу. Они у меня уже привыкли, я еще в прошлом году варежки потеряла. Дайте-ка их сюда. Нет. Ну. Нет. Вражеские самолеты. Приходилось. Вот как раз, когда вы звонили. Значит, вы бываете на фронте. Бывает и дальше. А когда вы полетите снова? Да я же вам говорил, как залечим раны. Какие раны? Да вот в ту ночь пришел весь в дырках, едва дотянул до аэродрома. Придется лечить старушку. Подлечим и снова. А вы не боитесь, что вас убьют? Я бы тебя к себе пригласила, но у нас такая холодюха. 3 дня не топлено. Я всегда думала, что ты такой. Какой? Такой,
Скажи, они сильнее нас? Сильнее. А как же вы их держите? Просто за нами Россия, наши люди. Они верят нам. Но когда тебе верят, становишься сильнее. Я всегда думала, что ты такой. Какой? Такой. Не уходи. Позвоню. Я буду ждать тебя. Об нем сохнешь. Не звони ты, не надо. Пошли сегодня на танцы. А что? Война, война, а жизнь одна. И он уехал, и я его забыла. Прошли года, теперь я поняла. А вдруг он позвонит? Что это счастье настоящим было. А что случилось? Ничего, все в порядке. Просил передать привет. Вечером он обязательно позвонит вам. Что с ним случилось? Все в порядке. Утром слушайте последние известия. Около 80 повозок с боезапасами. Летчик-истребитель старший лейтенант Остапов, израсходовав боезапас, пошел на таран немецкого бомбардировщика «Юнкерс-88» и сбил его. Советский летчик остался жив. Летчики товарища Трофимова, действующие на Юго-Западном фронте, совершив ночной... Ну как, порядок? Порядок.
Сашенька, Сашенька, ничего не случилось. Нет, нет, это я от радости. Какой ты грязный. Ты горел? Немножко было. Тебе надо умыться. Нет, нет, Сашенька, я еще не был в части. Я на минутку. Нет. Сегодня ты никуда не уйдешь. Сегодня ты мой. Сашенька, я на службе. Война. Нет. Я тебя никому не отдам. Сегодня ты мой. Только мой. Слышишь? Тебя могли убить. Сейчас ты отдохнешь, пообедаешь, а утром пойдешь в часть из дома. Как ты сказала? Да. Пускай это будет нашим домом. Умница моя. Ты любишь меня? Тогда ты останешься. Нет, нет, я не могу, Саша. Ну, позвони в часть. Ну, придумай что-нибудь. Ну, обмани. Нет, я не могу обманывать. Но ведь иногда можно. Тринадцатый. Докладывает Астахов. Нет, нет, в городе. Разрешите мне остаться до утра дома. Нет, не родные. Жена. Сашенька. Спасибо, передам. Слушаюсь. Позвонил. Ну, точно. А теперь уж плачь, не плачь, горе не поможешь. Сами мы, девки, во всем виноваты. У тебя с ним что-нибудь было? Ну, вот. Ну, какая ж ты дура. А? Нет. Thank you.
Львова, там тебя какой-то летчик спрашивает. Так ты иди. Самолетами противника геройски погиб летчик Энского соединения Астахов. Президиум Верховного Совета СССР постановляет за беззаветное мужество и отвагу, проявленные в боях за свободу и независимость нашей Родины, наградить старшего лейтенанта Астахова Алексея Александровича орденом Красного Знамени посмертно.
Что ж ты стоишь? Бери своего молодца. Это не мой. У меня нет такого одеяльца. Да твой. Одеяльце это летчик принес. Летчик? Какой летчик? Летчик. Стоит внизу, дожидается. Поздравляю тебя, Сашенька. Спасибо. Спасибо тебе, Петька. За все, за все. Спит? Спит. Тебе будет трудно с ним. Разве это называется трудно? Трудно потерять человека. Ты очень изменилась с тех пор. Нет, все та же. Да и ты тот же. Просто мы вдруг повзрослели на 1000 лет. Ничего, Саша. Ничего. Вот, Сашенька, возьми пока деньги. Что это ты выдумал? Убери сейчас же. Саша. Я не возьму. Саша. Я не могу. Мы же друзья. Возьми. Спасибо. Сашенька, мне пора лететь. Но если ты... Одним словом, знай. Я все тот же.
8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Мама, стойте! Великая Отечественная война, которую вел советский... Это кончилась война. А что бывает, когда кончится война? Бывает мир. И все солдаты возвращаются домой. Генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас! Комната, пожалуйста. Не командуй. Где чемоданы? Там. Где там? Внизу. Где? О, а Егорушка где? Он в садике. Люська, господи. Как же ты? Ну, а что? Он меня любит. Вообще, мы с Сережей обязаны ему жизнью. Если бы не он, то... Да, но ведь он же... Что он? Старый. Нет? Для мужчин он вовсе не старый. А как же Митя? А что Митя? Я живу на земле, а не на небе. Тебе хорошо было рассуждать здесь, сидя дома. А у меня Сережка на руках. Его кормить надо, мы там все чуть с голоду не передохли. Вот, Митя. Мой аквариум! Вот. А племянник где? Он в садике. Я ему таких рыб разведу. Сашенька, Сашенька, чтобы у нас с тобой недоразумений не было, давай сейчас поставим все точки над «и». Я старшая, поэтому возьму себе вот эту комнату. Ты не возражаешь? Нет, пожалуйста. А ты будешь жить с Егорушкой там. А где я буду жить? Ты? А... Да. Ах, Вова! Вот, мы возьмем эту дверь, забьем. А вот здесь поставим такую перегородку. Здесь будем ходить туда, через черный ход. А ты будешь жить здесь. Ну, разве плохо? Ну вот. Я все время думала о тебе, Сашенька. Не надо, Петя. Ну, Егорка, давай знакомиться. Саша, милая, он же погиб. Нет! Это же никогда не вернется, Сашенька. Я тебя и слышишь. Хорошо, пусть так, я подожду. Но, Сашенька, пойми, ребенку нужен отец. Спасибо. Не сердись. Нет.
Извини. Петя! Петя, куда же ты? Дура! Боже мой, какая же ты дура! Ты что же думаешь, что найдешь мужа лучше? Не вмешивайся, Сашка, ведь он же любит тебя, любит! Не вмешивайся! Со своим характером ты никогда не будешь счастлива, не тогда, слышишь? Я была счастлива. Очень! Ты этого не знала! Сашка, дуреха ты моя! Я люблю тебя! Дверь заколочена, пройдите через двор. Саша! 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 Ты, Сашенька. Не уходи. Не уходи. Только не уходи. Я сейчас. Я сама. Я сейчас. Я сама. Я сейчас. Нет, еще не приходил. Господи. Опять что-нибудь случилось? Нет, ничего. Чай тебе налить? Нет, спасибо. Может быть, все-таки выпьешь стаканчик? Спасибо. А что вы так беспокоитесь о нем? Вероятно, в своем излюбленном месте, в пивной. Не смейте так говорить, слышите? Ради бога, простите, я не предполагал, что это для вас такая уж новость. Только, пожалуйста, я умоляю вас, не ссорьтесь. Господь с тобой, кто же ссорится? Тебе чай налить? Нет, не надо.
одну минутку. Раз уж мы начали этот неприятный разговор, давайте доведем его до конца. Тем более, что я давно собирался с вами поговорить об этом. О чем? Об Астахове. А какое вам дело до него? А зачем так грубо, Сашенька? Вы знаете, как хорошо мы с Люсей относимся к вам. Допустим. Хорошо, я буду прямолинейен. Пребывание Астахова в нашем доме бросает тень прежде всего на вас, Сашенька. Астахов мой муж. Ну какой же он ваш муж? Это же несерьезно. Вы даже не зарегистрированы в ЗАГСе. Вас это меньше всего касается. Согласен. Я не говорю уже о том, что может дать вам этот опустившийся тип, этот... Николай, перестань. Нет, нет, пусть продолжает. Я не говорю уже об этом. А не приходило ли вам в голову, что у этого человека может быть весьма сомнительное прошлое? И прочее, и прочее, и прочее, о чем мы с вами даже не можем догадываться. Нет, не приходило. А напрасно! А между прочим, все это чревато тягчайшими последствиями. Если хотите знать, у меня уже на работе начинаются неприятности. Какие? Ну там, неважно. Неважно. Я понимаю, конечно, что война, что у каждого из нас могло бы быть. У вас ничего не могло быть. Вы просидели в Алма-Ата. Я был в Алма-Ата по состоянию здоровья. И не вам об этом судить. Девчонка! Тише. Я работал там как вол. Ты слышала? Привела, понимаешь, в дом какого-то типа и вынуждает меня жить с ним под одной крышей. Никто вас не вынуждает, можете убираться к черту. Что? То есть это как убираться к черту? Я нахожусь у тебя в доме. А если на то пошло, я ответственный съемщик. Это квартира моего отца. И если бы папа был жив... Если бы папа был жив... Уйди, Николай. Сашенька, ну что ты? Ну успокойся, милая. Ну, Николай добра тебе желает. Ну что же делать, если так все получилось? Ну брось ты его, брось ты, увидишь, тебе сразу станет легче. Ну. Да ну что вы лезете в чужую жизнь? Кто вас об этом просит? Все равно он мой. Мой! Здравствуйте, Алексей Александрович. Добрый вечер. Что здесь происходит? Нет, нет, ничего. Просто я очень волновалась, что тебя долго нет. Ну, ты же знаешь, я работаю. Подлец. А 2 часа тому назад я его видела около пивной. Дождалась. Милая Сашенька, никогда не писал тебе писем, а сегодня взял и написал. Вот уже больше года я живу за полярным кругом, летаю в ледовую разведку и провожу суда от Андермы до Тикси. Я получаю письма от наших ребят и все о тебе знаю. Знаю, что вернулся Астахов. Я рад за тебя. Представляю, как ты счастлива. Ты никогда не любила меня, но я любил. Много хорошего, что я сделал в жизни, я сделал благодаря тебе. Прощай, Сашенька. Прощай, моя любовь. Твой Петька. Так, поздравляю. Дожили, слава богу. Ваш благоверный околачивается около пивной в самом скотском виде. Черт знает, что это такое. А, Сашка. Че пришла? Видишь, я пьян. Иди домой. Ну? Чё ты смотришь? Не узнаешь? Ха. Многие перестали узнавать. А я могу напомнить. Алексей Астахов, бывший летчик, а ныне... Пойдем, Сашка, выпьем.
Деньги-то твои? А, ты думаешь, я летаю? Летаю! Заправлюсь за углом и мордой в грязь. Сашенька, не надо плакать. Ну, ну, маленькая моя, я знаю, ты меня любишь. Ты меня ждала, долго ждала. И дождалась. Ну, как я мог тебе сказать об этом? О чем? О чем? Вот сегодня пришел к одному. Служили вместе. Вот он я. Хочу летать. Ничего другого не могу. Но ты был в плену? Да. Я был в плену, виноват. Виноват в том, что меня сбили. Виноват в том, что полумертвого взяли в плен. Виноват в том, что я бежал, а меня поймали и с собаками рвали на мне мясо. Виноват в том, что я не подох с голоду. Виноват в том, что меня не пристрелили, не сожгли в печи. Виноват! 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 Простите. Не верим, сынок. Не верь никому. Наш папа не пьяница. Он хороший, умный, добрый. Он воевал, он герой. Просто его очень больно обидел. Не плачь, мамочка. Ничего, ничего, сынок. Вот увидишь, все будет хорошо. А папа снова будет летать на самолете? Будет. Эй, летчик! Давай на посадку, жена пришла. Жена подождет, у него занятие. Сейчас я приду. Ну как? Порядок. Приняли. А как же? Не был, не стоял, не участвовал, не привлекался. Поздравляю. Спасибо. Ты тоже вступаешь? Нет, он уже был в партии. Его восстанавливают. Это проще. Привет. Астахов, заходи. Так что вот какие дела. Мы тут обменялись с товарищами и не сочли. Понимаешь? Не сочли. Одним словом, решили воздержаться. Понятно. Ну вот и хорошо, что тебе понятно. Не можно идти? Да. Товарищи, нам еще к 8 в 10 цех. Львова, ты можешь быть свободна. Постойте, ну как же это? Послушай, Львова, все мы понимаем твои чувства.
Но прежде всего ты жена, понимаешь? Жена. Я тоже член партии. Ну, член партии, а ведь рассуждаешь несерьезно. Вот ты написала поручительство, разве это принципиально? Откуда тебе известно, чем этот человек занимался в плену? Он рассказывал. Милая моя. А член партии, между прочим, должен отвечать за свое заявление. Во-первых, он сдался в плен. Его сбили, он был без сознания. А чем это можно доказать? Доказать это нечем. Во-вторых, коммунистов, как известно, в плену расстреливали. Почему же тогда его не расстреляли? Подумай, что ты говоришь. Жена ведь. Он прав. Ведь расстреливали. Это по... Подождите, товарищи, дело серьезное. Надо, чтобы она поняла. В-третьих, как он сам говорит, он работал на немецком аэродроме. Но ведь он хотел бежать оттуда. Почему же не бежал? Но вы же знаете. Вот то ты оно, что не знаю. И ты не знаешь. И многого еще не знаешь. Потому что тебе не положено знать. Понятно? Вот подумай об этом. Возвращаться к тебе. Ты стала в тысячу раз несчастней. Нет, Алеша, я счастлива. И Егорка, он так смотрит на меня. Он любит тебя. Он гордится тобой. Не надо врать самим себе. Всем нам очень плохо. Ничего, Алеша. Мы будем бороться. С кем? На войне было ясно, там были враги. Но ты же прав. Но ты же прав. Я прав, а все кругом виноваты. Так не бывает. Но в чем же ты виноват? Я сдался в плен. Ты был без сознания. Это я так говорю. Был момент, когда я мог застрелиться. Мог. Сознание я потерял потом, когда полз. Как все было бы сейчас ясно и просто. Как ты смеешь? Мы ждали тебя. Я искалечил вам жизнь. Неправда, ты не виноват. Тогда кто? Кто виноват? Не знаю. Но ты не виноват. Ты боролся, ты хотел бежать оттуда. Ты был коммунистом во всем. У меня нет доказательств. Но там же были люди, они могут подтвердить. Где их теперь найдешь? Потом они тоже были в плену. Нет, это все не так просто, как ты думаешь. И там были предатели, провокаторы. Я же знаю. Нет. Нельзя винить никого. Все правильно и нельзя винить никого. Лес рубят, щепки летят. Неправда! Это выдумал кто-то чужой и жестокий. Идет великая борьба. И неважно, если один, другой, десятый, сотый пострадают невинно. И нельзя жалеть никого. Даже себя. Ради этой великой цели.
Слова, слова. Наслушался я этих красивых слов вот так вот уже. Это некрасивые слова. Меня волнует, как ты живешь. Все тебе не нравится, все тебя не устраивает, кроме танцев. Нет, танцы тоже не устраивают. Но там хотя бы никто не читает мне морали. Понятно? Привет. А ну, стой. Ну, стою. Чем уж, по морде съездишь? Это ведь некому. Ты не поясничай. Твои годы... Во-во, еще скажи, что я зимний не брал и в отечественные не участвовал. Ну, не брал, не участвовал. Что дальше? А то, что ты иждивенец. А я работаю, между прочим, не хуже тебя. И норму свою выполняю не хуже тебя. А чем ты живешь? Что тебе дорого? К чему ты стремишься? Что ты ненавидишь? Кроме нормы есть еще цель, идеал, справедливость. Об этом ты думал? Думал! А где она, твоя справедливость? А? Он Авдеевич мне читает мораль о коммунизме, о фронте, о героизме. А сам трус! Людька кричит, что это он меня спас. Что я ему должен быть благодарен. У меня отец погиб на фронте. Так это мой отец меня спас. И Авдеевича тоже. Или ты, например. Я ведь на горшке еще сидел, когда ты самолет уже испытывал. Ты с немцами воевал, в лагере сидел. Я ведь гордился тобой. Я мечтал быть таким, как Астахов. А что ж получается? Ты ученик, и я ученик, и зарплата у нас одинаковая. Так где же твоя справедливость? Да молчи это, подло! Подло молчать! Знаешь, что я тебе скажу, сопляк? Того, что я испытал в жизни, хватило бы на сотню таких, как ты. И сейчас мне не сладко. Но если бы мне пришлось начать жизнь сначала, я бы ее прожил так же. Для тебя коммунизм – красивое слово, а я им жил и живу. Да, я знаю, что ты настоящий коммунист. Ты коммунист. Так почему же ты не в партии? Значит, так нужно. Кому? Кому? Сергей, перестань! Нет, я спрашиваю, кому? Ей? Мне? Егорке? Партии или, может быть, власти, за которую ты воевал? Замолчи! Эх вы, правдолюбы! Ну что ты, Алёша? Ну ведь он же мальчишка, дурак. Сам не знает, что говорит. И потом, не сердись, но во многом он прав. Он прав. Он лучше, он честнее нас. Что же это такое в самом деле? Что мы врем сами себе? В чем мы боимся себе признаться? Разве мы усомнились в партии? В правоте нашего дела? В справедливости наших идей? Что же такое? Это какой-то кошмар. Лес рубят, щепки летят. И кто это выдумал, что человеческая жизнь не в счет? Что бдительность – это всеобщая подозрительность? Партия? Я знаю, что я сделаю. Сегодня же утром я еду в Москву. Я буду добиваться месяц, два, полгода. Но я добьюсь, чтобы разобрали мое дело. И не только мое, я не один. Я расскажу, что я пережил, перечувствовал, передумал. Я скажу, если нужна моя жизнь, я отдам ее людям. Но я солдат, а не жертва. Я человек, черт возьми! И мне нужна правда! Сашка, умер Сталин.
Не ждали? Ой, даже дух схватил. А у меня? Ну, давайте здороваться. Ой, да у меня руки мокрые. А у меня грязные. Заело, понимаешь, что-то в карбюраторе. Вы случайно не автомобилистка? Только случайно. Ну, считай, что вам повезло. А что, если я вымою руки, а? Ой, пожалуйста, пожалуйста. О, спасибо. По-моему, здесь должна была стоять скамейка. А ее сожгли. Понятно. А в остальном все по-прежнему. Вещи-то они не меняются, меняемся только мы. Вот вы очень изменились к лучшему. Серьезно? Ну, как вы тут все живете? Ну, по-разному. Но это слишком неопределенно. Да нет, ничего. А вы? Да ничего, не жалуюсь, работаю. Где? В одном институте. Вот чертова память, забыл название. Физика. О. Но, честно говоря, мне зверски везет. В любви? Ну, я бы сказал, в целом. Ой, господи, ну что же я раздержу на кухне? Нет, 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 я очень спешу, я к вам на минутку по делу. Помните, я в госпитале давал вам тетрадку? Да. Ну, она пропала, да? Нет, она у меня. Ну что, вы можете сюда принести? Конечно. Ну, так несите ее сюда. Сейчас. Ой. Саша, Саша, ты не знаешь, куда девалась наша щетка? Вот это удача. Вы даже представить себе не можете, какая это удача. Я вспомнил о ней совершенно недавно. Вот. Вот то, что мне нужно было. Как кстати. Ну, я теперь ваш должник по гроб жизни. Приказывайте мне все, что угодно. С удовольствием. Поначалу отдайте мое полотенце, вы сидите на нем. Ох, чем бы мне вас одарить, а? Слушайте. Жалко только, что лондонское издание. Трудно читать. Но вы все равно бы и по-русски не стали читать дальше первой страницы. Но важен факт. А факт налицо. Это моя книга. Пожалуйста. Ой, спасибо. Сашенька, ты не знаешь? Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот забежал к вам на минутку по делу. Уже надо идти. А мне еще добираться. До свидания. До свидания. До свидания. Еще раз. Большое спасибо, Саша. До свидания. Большое спасибо. Зачем он приходил? За тетрадкой. А это что? А это его книга на английском языке. Где же щетка-то все-таки? Еще. Что-нибудь случилось? Нет. Ты спи. Ну, скажи, что произошло, я же вижу. Чего особенного? Меня опять вызывают. Зачем? Не знаю. Все, что можно было сказать, я сказал полгода назад. Неужели опять все сначала? Ну что ты? Сейчас не те времена. Может быть, это к лучшему? Ты неисправима, Сашок.
Я буду ждать тебя. Алёша, что с тобой, Алёша? Вторую посадочную полосу. 73-й, приготовьтесь к приему самолета. На аэродром. В город, пожалуйста. Домой. Я вас не задержала? Нет. Всего 10 минут.